Так, я, наверное, направо. Три тяжа. Даже не знаю. А, ну у них, смотрите, у них там конь. Он, если что, меня не затрассерит, не достанет. Самогон, привет. Все окей, хорошо, сапожник. Так, давай-ка вот сюда сведемся. Сейчас попробуем здесь кого-то найти. Видели, да, то, что дерево упало? Не просто так кидаем. Точно стоит там танк. Сапожник, спасибо. Спасибо большое за поддержку. Ну все, выстрел дал, посмотрел, куда поехала наша банда вся. Ну, скажем так, большая часть танков. И тоже начинаю перемещаться. Вслед за своей командой. Так, смотрите, здесь тоже техника стоит. Надо просто заблайндить. Смотри-ка. Нашел танкиста. Я думаю, он не рад тому, что мы его нашли, но это уже его проблема. Нашелся там, понимаешь ли, лесоруб. Наломал деревьев. Подожди. Вы, кстати, видели, да, прикол? Это что такое? Нет, ну вы видели, что это так, что сейчас было? Это не читы, нет, ребят? То есть с той точки, откуда я кидал, туда начали лететь выстрелы. Это точно не читы? У меня есть ощущение, что мне надо и отсюда переехать. Потому что вот я четко с той точки кидал, и по мне полетели несколько выстрелов. Это бред. Сапожник, спасибо большое еще раз за поддержку. Спасибо. Так. Ну, коня, конечно, могу замарать. Нужен ли мне этот коник замаранный? Ладно, давай попробуем. Ребят, ну это нечестно. Ну как ты так делаешь, а? Человек что, хотите сказать, без читов играет, да? То есть он стоит через всю карту, целит ту точку, из которой будет кидать арта. Ну это нечестно. Ну это же... Ну это, мягко говоря, я не считаю, что это без читов человек играет. По-любому с читами. Держит свое слово. В плане чего? В плане чего она свое слово держит? Нет, ну вы видели, да, что бат делал? Это бат в первый раз кидал. Это просто не спортивка. Я не знаю, когда уже разработчики введут такой пункт, чтобы жаловаться на читы. Потому что я даже не сомневаюсь, что ему точку там мод обозначает, откуда я кидал. Там очень большое расстояние, очень большое. И куча деревьев, там точно сказать, откуда, ну, нельзя. Это вот на Прохоровке, я еще понимаю, там, да, когда артиллерию видят. Так я понимаю, а как вот мне сказать, что это читер, ребят? Вот как? Он и первый раз барабан выдал точно туда, где я стоял. Он и после этого, видели, да, опять начал кидать, три выстрела он кинул в ту точку, где я второй раз находился, кидал. Ну, это же просто читерство, ребят. Ну, это не работает так. В ЦПП реплей. А знаешь, я тебе скажу честно, я в свое время пытался вот так вот жаловаться. Мне сказали, простой ответ дали. Вы применили кнопку пожаловаться? Применили. Ну, и что вы от нас еще хотите? Просто вот и все. Вот такая вот ситуация. Вы же, говорит, кнопку применили. А нету. Где кнопка пожаловаться код на использование запрещенных модификаций? Покажи мне. Я такой кнопки в этой игре еще не видел. Есть кнопка пожаловаться. Она обобщает в себе огромный список вещей. То есть, к примеру, некорректное поведение какое-то. Когда тебя выталкивают, когда тебя выпихивают. Ну вот, смотри, еще раз показываю. Вот я
нахожу этого бата, пожаловаться. На что? Неспортивное поведение, запрещенный ник или бездействие бот. А где есть кнопка, чтобы пожаловаться на использование читов? А такой кнопки просто нет. Вот и все. Вот из-за этого вот эти вот читерасты, а я их по-другому никак не называю, они вот так вот и делают. Сами-то они играть не могут, а вот при помощи читов ты что, прям боги этой игры. Нет, так это совершенно другая, Дим Димыч, ситуация, еще раз тебе повторяю. Это не спортивное поведение. А вот мне бы кнопочку такую, чтобы игрока забанили, да, там, ну или обратили внимание на то, что он использует запрещенные модификации. Это совершенно разные вещи. Даже если я кину сейчас, допустим, ему неспортивное поведение, ну как это расценят? Я думаю, никак это не расценится. Я, по крайней мере, ни разу не видел, чтобы игроков за это банили. Вот и все. То есть использование модов запрещено, но за это не банят. То есть его будут ждать, пока он ивент какой-нибудь отыграет. И потом на ивенте он выключит эти моды, и потом все будет нормально. Так что все это, Дима, это все фигня. Филькина грамота, так ее назовем. Так, подождите, давайте логически подумаем. Вот смотрите, у нас там танкисты, да? Где бы я находился на СТРВ, если бы вот так вот наши ребята были бы с той стороны? Я бы вот здесь стоял. Стоял бы как можно дальше, чтобы не светиться. Давайте попробуем эту стерву найти. Забанили? Ну, я не знаю, я не встречал. Я видел ребят, которые, понимаешь, которые, мягко говоря, куда бы ты ни переехал, Матрика, Вазика забрал, куда бы ты ни переехал, тебя находили, понимаешь? Вот как вот сейчас, только на артиллерии вот так вот искали. Я видел ребят, которые мгновенно снимали оглушение. Мы вот вчера на стриме играли. Там был Скорпион, который даже не получил оглушение. Я тоже понимаю, что это запрещенные моды. Но, скажем так, надо кнопку такую сделать в игре, чтобы жаловаться на запрещенные моды. Ведь все это читается очень просто и легко. Так. У меня не так много снарядов. А, там бат стоял. Все-таки я этому полупокеру разочек-то, наверное, я ему зацепил. Ну, сами понимаете, кого я буду здесь фокусить. Вот это вот... Ладно, бог с ним. Бог с ним, не буду я его пока фокусить. Стера будет повкуснее. Мы пока выигрываем. Рустамчик, привет. Привет. Так, слушайте, у меня снарядов мало осталось. А я знаю, кстати, почему, наверное. Хотя нет. Я просто, может быть, в начале боя в бата попал. Поэтому он такой злой. Читераст этот. Ну что, ждем. У меня вариантов нет. Тут я не знаю, как они будут ягу это убивать. Надо смотреть. Я вот сюда не прокинул. Где там будет стерва? Привет. Спасибо большое за поддержку. Дядь Юр, привет. Лазго, привет. Привет. А нас тут читерасы по трассерам вычисляют. Играющие на СТ. Через всю карту. Представляешь, только кинул, отъехал, уже снаряды летят. Опять кидаю, отъезжаю, снаряды летят. Еще раз кидаю, в меня прилетает. Ну что это такое? Вообще не читераст, да?
Ай-яй-яй. Ну, слушай. Со стервой здесь непросто будет. Хорош. Видите, там за камушком просто пролетело. Повезло. Я попробую Тартойсу кинуть. Подождем его. Тоштика. Ну так слушай, ну я ж не знаю, когда ты там, что ты там скажешь, когда будешь готов, я включу микро, когда во взвод пойдем. Не знаю, получится, нет, успею. Не успел. Да ладно. Стеклодув, привет. Включим, не переживай, Дим Димыч. Включим и микрофон, и патефон, если надо. Включить микрофон 550 рублей. Точно, точно. Это ты хорошо придумал. Рустем, привет. Привет. О, смотри, мастероса дали. Давайте применим. Что это за читераст? Хочу посмотреть.